«Песенка студента» и открыла торжественное мероприятие. На сцене коллективы то и дело сменяли друг друга. Танцы, песни, искрометный юмор команды КВН Кубанского юридического колледжа не оставили равнодушным ни одного первокурсника. Этот концерт студенты подготовили специально для новичков. Сплоченность старших товарищей должна для них стать примером, считают педагоги колледжа. К слову, первокурсников в новом учебном году здесь приняли порядка 100 человек. В приоритете у большинства – правоохранительная деятельность. Сегодня молодежь мечтает работать в органах. Студенты проходят практику в подразделениях МВД города Сочи. Нацеливаем обучение в нашем учебном заведении именно на потребности города, чтобы в городе места были заполнены качественными, грамотными специалистами. И поэтому мы прикладываем немалые усилия для того, чтобы дать знания нашим студентам. Большой популярностью в юридическом колледже пользуются и такие специальности, как бухучет и гостиничный сервис. Студенты этих факультетов также проходят стажировку в лучших санаториях и аудиторских фирмах курорта. Учился очень хорошо, слышал много о нем отзывов. Как бы недолго не сомневался, решил подавать документы и поступить. Очень нравится, нетрудно учиться, если все учить. Кстати, Владимир – студент года 2015. Он и удостоился права оповестить о начале нового учебного года. Первый звонок для студента в особый сигнал. Это знак начала новой, взрослой и интересной жизни. Но вместе с тем первокурсники, как и принято, слегка волнуются. Мандраж начался. Вчера как-то необычно стало, когда сел в класс, люди новые, другие люди совсем. Все по-новому, не знаю. Другие совсем ощущения. Волнительно и радостно в то же время. Думаю, интересно должно быть. Грызть гранит науки студенты Кубанского юридического колледжа будут в новом помещении на территории комплекса «Парк Горького» на улице Горького, 87. Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.